Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проводится Международный день памяти умерших от СПИДа. Какова ситуация по этому заболеванию в Воткинске, узнавал и наш корреспондент. Этот день проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность людям, живущим с ВИЧ, привлечь внимание населения к этой проблеме. Так, за весь период наблюдения в Удмуртии более 2000 инфицированных человек умерло. По городу Воткинску за этот период умерло 224 человека. Ну, а за прошедшие 4 месяца выявлено было новых случаев в Подмурской республике 443 человека. И большинство из них заразились при незащищенных гетеросексуальных контактах. На 1 мая 2018 года в Удмуртии проживает 10 745 человек с ВИЧ-инфекцией. В Воткинске число людей с этим диагнозом приближается к 1000. Городу Воткинску за 4 месяца тоже добавились новые случаи. Это 41 человек, из которых тоже большая часть мужчины, меньшая женщины. И первое место как причина заражения, в отличие от республики, как в 2017 году, так и в 2018 году, у нас остается первенство за внутривенным употреблением наркотиков. Медики рекомендуют сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию каждые 3 месяца. А лучше всего вести правильный образ жизни, не подвергая себя риску. Лена Рудакова, Валерий Колдомов, Воткинске.